С орбиты запечатлены Анапа, Геленджик, Новороссийск, станица Тамань и поселок Синой. Уникальные снимки разместят на одной из площадок фестиваля. В Анапе он пройдет 10 июня в рамках открытия курортного сезона. Основные мероприятия развернутся в археологическом музее Гаргипия. Организаторы обещают, будет зрелищно и интересно. У нас работает 12 площадок в этот день. Площадки, они все разнообразные. У нас проходят и гастрономические мероприятия, это фестиваль греческой кухни и виноделия. У нас проходит масштабная культурная программа на двух площадках, как в районе Родины, на Театральной площади, так и в районе администрации у нас будет также проходить мероприятия, которые будут открывать фестиваль. Мы устраиваем как бесплатные пешеходные экскурсии для наших отдыхающих. Также мы предлагаем всем нашим гостям посетить наши уникальные гастрономические площадки. Это объекты агротуризма, подворье Старого Грека, винодельня Каракизиди. Очень колоритные объекты, где можно познакомиться с греческим виноделием и отведать греческую кухню. И также замечательно провести время, узнать немножко о становлении, в принципе, Древней Греции.